За последние годы леса Подмосковья значительно поредели. Частые пожары, атаки жука-краеда не прошли незамеченными. Восстановление лесного фонда стало одной из основных задач. В начале прошлой недели губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт акции «Наш лес, посади свое дерево». Эстафету подхватил Орехово-Зуевский район, в котором состоялась одна из массовых посадок леса. Давай, давай, давай. Сажаем, сажаем. Вот сюда, вот ямку. Вот так, молодец. Скажи ей, расти большая. Принять участие в общерайонной акции пришло несколько сотен человек. Среди них студенты, школьники, работники предприятий, местные жители. Одним словом, все, кому не безразлично состояние лесов. Ну, я хочу, чтобы после нас что-то осталось, нашим детям, чтобы они увидели не пустыню, а хороший, красивый лес, какой был при нас. Не остались в стороне и первые лица района. На собственном примере они показали, что восстановление леса – это задача, которая касается каждого. Я думаю, это 10 гектар сегодня посадим где-то часа через полтора. Поэтому это акция, которую Андрей Юрьевич Воробьев стартовал в начале недели. Мы ее поддержали. И каждый год будем эту акцию продолжать делать. В прошлом году посадка ели на этой территории не принесла результатов. Большинство саженцев не могло прижиться. Лесники уверены, что в этом году все будет иначе. Результат этих стараний будет виден только через несколько десятков лет, когда этот пустырь станет полноценным лесом.